Итак, 28 мая, 9:55 утра. Короче, со времен последней моей загрузки прошло уже больше недели гораздо. Уже обновление произошло игры. Я наконец-то академию до 27 уровня поднял. Ну и теперь посмотрим, что тут происходит. На меня нападали, меня тут под защиту взяли. Мои соратники из другого альянса. В общем, произошла целая куча разных событий. Здесь я... О, новое что-то. Люксовый набор. День детей. Ну-ка, смотрим. О, это что-то новенькое. Да, и еще. Вот тут я обнаружил, что тут на халяву, вот в правом нижнем углу, имеется такая опция, которую я очень долго не использовал. А зря. Это лишний раз говорит о том, что надо быть внимательным и не стесняться испробовать там все новое и новое. Ну, ага. Ну и теперь действуем по заранее заготовленной схеме. Сначала собираем урожай. Везде, где есть вот такие красненькие кружочки, это значит, что есть определенные бонусы. И наша задача на первом этапе –
максимально все это собрать. А этот этап занимает значительную часть времени. Так, ну вот для того, чтобы цитадель до следующего уровня повысить, тут ресурсов надо до хрена. То есть я смотрю, что это до следующего выхода в эфир. Наверное, надо будет пару неделек поработать. Что я не туда залез, в Русалию. До Русалии мне как до Киева рака. Так, ну у меня тут ячейка 5 часов 35 минут. Это считай, она уже пропала, потому что все улучшения уже больше, чем 5 минут, и поэтому, короче, понятно. Понятно. Через 5 часов надо будет к этому времени 500 золотых накопить, купить дополнительную ячейку. А уж потом работать. А сейчас пока использовать ресурсы основной ячейки. Которая лимитов не имеет. Мирный договор пока отключен. Так, расхитители кладов. Ну, здесь надо выбрать. Что-нибудь. Ну, допустим, вот такое.
Ну, и запускаем. Эх, зря. Вот если бы 4000 монеток выпало, было бы недурственно. Дальше. Вот здесь есть красненькие вот кружочки. Что они означают? Да, кстати, вот бесплатно. Теперь дальше еще через 5 минут, а потом еще пару раз через 10 минут. А я вот раньше. Так, ну что, напишем. Все. Включили набег призраков. А для этого сейчас, чтобы защищаться, надо вылечить войска, оживить их. И провести тренировку. Распаковка не работает, ресурсов не хватает. Ну-ну. Тогда сейчас надо постараться пошевелиться. Кстати, вот это нападение армии нежити, которое мы сами вызываем огонь на себя, это, в принципе, полезно. Потом награды мы за это испытание получим. И проверим оборону. Так. Тут
тут, оказывается, на меня кто-то напал. Перед этим. Это не голландец одинокий. Ладно, сейчас посмотрим. Война. Так, отметить как прочитанное. Удалить все. Теперь альянс. Ну, ясно, идет набег призраков. Система. Давайте поработаем с хранилищем. Нам тут подкинули золотишко в награду. Больше 1000. Вот сейчас можно этим золотишком и воспользоваться. Или куча ускорений. Так, ну что? Приведем в порядок наши ускорители. Придется потратиться.